Доброе утро, сынок. Ты выспался? Да. Все хорошо? Пожалуйста, хорошо вытрись, иначе ты сейчас будешь мокрый. А как? Ты, Соня, мой, не хочешь просыпаться? Нет, тоже спать. Хочешь просыпаться? Нам сегодня куда идти, ты знаешь? Ваги. А потом? А там амор. А потом? А там... Опальник. А... Куда сегодня? До кого нам сегодня ехать? Забыл. Это ты Любы, а Лена. Да, дай тете Любе на день рождения. Передай тете Любе привет. Помаши, она будет смотреть в телефон, помаши. Она посмотрит тебя утром и тоже тебе помашет. Вот сюда в телефон помаши, тете Любе. Все, пошли чай пить. Давай, тут все, вы хорошие. Готовим завтрак. У нас сегодня с Григорием будут гренки, вернее, это у Гриши гренки. А у меня будет тортик вчерашний. Я сейчас монтирую видео про торт, как я Сереге делала. Вот он, 12. Распечатала также 12. Мне нужно просто пряники сделать для девочки. В общем, начинается подготовка. Как она начинается? Нужны шаблоны для пряников, если у меня нет цифр, да? Дальше еще два наборчика на Кристины. Здесь тоже примеры. Представьте, 11 часов у меня только подготовка для того, чтобы делать формочки, закончена. То есть вот я уже выбрала формочки кое-какие, повырезала шаблончики для того, чтобы делать на Кристины набор. Их будет два. Также один набор будет, это попробую, не знаю, сама себе придумала, но явно уже кто-то делал, машинку испечь вот отдельно 4 пряника. Просто переживаю за то, как это все подойдет, потому что тесто же подходит, да? То есть вот такой вот будет набор, он один, и два наборчика. Причем выдумала еще с вот этим вот трафаретом на 8 марта, который с зайкой, который Марго я делала. Вот, сделать вот такую вот единичку тоже с зайкой и просто двоечку. В общем, будет такая вот цифра 12, девочки. Так что надо вот что-то будет сейчас думать, как это будет, красиво, некрасиво, как получится. В общем, вырезала вот по форме такую вот единичку, двоечку, а эту оставила для того, чтобы потом на самом прянике перерисовать ее именно полностью. Вот, будем, в общем, пробовать, экспериментировать. Поехали. Вот таких два набора, один набор и крестильных тоже два штучки. Гриша уже пообедал, теперь моя очередь, и я его сейчас повезу на занятия в школу. А не на школу? Да. Гришку отвезла, до дяди Лёни заехала, в сахар, муку сюда. Купила тут хамсы, сейчас будем Сержуни кушать, блин, она только открытое ведро, поэтому она такая свежая, сейчас будем пробовать. И там еще кучу всего накупила. Теперь мои пряники тоже здесь продаются. Хамсу будем есть завтра, потому что мой папа уже пораньше, вернее, мой папа, мой муж пораньше убежал на работу. В 12:37 он уже поехал, все, с обеда. Вот, так что хамса на завтра переносится, сама я ее есть не буду. Вот, так что еду домой. Слушайте, птички поют. Слышите? Скоро уже нарциссы распустятся. Я в шоке, я в шоке. Весна уже, блин, хочу весну. Гляньте, что это у меня тут такое за растение. Сама не знаю. Может, это трава вообще? Ну, похоже на какой-то цветочек, да? Все это полоть вообще бессмысленно, потому что еще все сыро-сыро. Так, и вот нарциссики уже выпустили свои дудочки. Гляньте, сколько там птичек улетело, видели, нет? Птички поют. Вон они летают, вон там на крыше сидят. Гляньте, что еще расцвело.
Это кизил, боже. Как красиво он цветет по-весеннему. Так, вот покупки, которые я у дяди Лёни купила. Хамсу, как я уже говорила, прям очень захотелось, потому что свежее ведро открыли. Вот. Что это? Лапша домашняя наша любимая. Ее просто и так вкусно кушать, отваренные как макароны, и либо сварить с ней суп, вообще обалденная. На завтрак Афанасий любит овсянка с черносливом. Афоня вообще любит каши, и Гриша тоже. Антошка как-то ест, но не очень. Два молока купила и один кефир. Все кубанский хуторок получилось. Ну, в общем, какое было, я обычно не гоняюсь за какими-то производителями. Иногда только Кореновка мне, конечно, очень нравится. И Каневская, по-моему, да, Станица, в общем, называется Станица. Тоже мне нравится кефир особенно. Вот, в общем, то, что было, то и взяли. Вот что результат моего труда. Пряники на крестины, такие все нежные и нежные, которые расписывать вообще не нужно. То есть они должны быть без вот этих вот черных обводок, вот прям сами облака, просто нежность, нежность. Вот розовые мишечки, даже я бы сказала не розовые, а именно персиковые, сохнут, похоже, пока на поросят. Осталось добавить носик и глазки, и будут мишки. Мими-мишки. Вот это вот моя ночная смена. Вот что получилось вот этим вот пряником, который собирается как машинка. Вот посмотрите, он не идеально входит, потому что тесто расширяется, причем оно не только вверх, да, ну то есть как бы и вниз, поэтому можно в следующий раз просто побольше делать вот эту вот выемку, прям побольше, побольше. Вот, поэтому вот такой вот пазл машина, мой первый. А единица как будто Микки Маус, да, какая-то. Я сейчас помыла голову, сейчас буду все сушить, и мы собираемся на день рождения. Приехали. От наклейки у тебя тоже не было в Растишке, и у меня не было. Мы когда-то в Сафонию эту покупали, и наклейки не было. А это что, папа себе купил в пятницу? Чтоб хрюкать. Чтоб хрюкать? А это что такое? А, про мусор, закон. Я говорю, пускай сначала дорогу сделает. Здесь, в общем, что у нас? Что-то другое. Какая-то упаковка, когда нужно оживить планеты. Ну, я знаю такое. Ну, скачай приложение, посмотри, что там. Фаня, ты что купил? Вот он. Смотри, мам, тут... Где уши? Я в холодильник положила уши. Только бумажечки выкините, ладно? Я сейчас буду краситься. Что ты говоришь? Не кричи. Не прыгай. Скажи спокойно. Сейчас. Да. Мама красится, а папа? А папа? А вот или там убили? Нет, он еще на работу поехал. А он работает. Да, он поработает, у него же еще работа не закончилась, а мы сейчас соберемся, да? Да. А где это? Тигр. Мягкий тигр. Это а вот тигр. Мягкий тигр. Чистые. Чи. Не. Скажи, чи. Не. Карманы. Да, мальчики. Карманчики. Что это такое, сынок? Куртка сохнет. Где тут она? Вот она, куртка. Нет. Он был с чупиком, Афоня. Ой. А ну дай, покажи, какой. А, ну это твой, а где мой? Бриш, ты такой пришел разбираться. Сына, я тебя люблю. Вот куртка. Вот это. Понял, тут тебе накупил всяких чуваков. Они что, были с автоматами? Да, вот автоматы. Вот автоматы, я даже не знаю, как их зовут. Вот этого я что-то забыла, как его зовут. Напомните нам.
Я уже забыла, какой ты. Флаг! Да, он вот так. Но я не понимаю, что ты говоришь. А это вот так, это какие-то супергерои, да? Да, да, вот да. Вот их там 4 было, да? Да, в автомате. И автоматики были там? Да, и в автоматике. Сколько их? 2, 1. Нет, 1, 2. Их 2. Да, 1, 2. Угу. В общем-то, ждем папулю. Сейчас он уже с работы приедет, и мы поедем, да? А то ты любила Бадена. Да, а у тети Любы с днем рождения, да? Да. А покрывалка была, а то ты любила Бадена. Вчера было. Алла. Алла. Привет. Алла. Мы ждем папу. А где он? На работе. А то вот так, а вот вот, а? Зай. А то вот вот. Ты чай жуешь. Так, все, мы выехали. Как всегда, опаздываем. Нас приглашали к 17:30, сейчас 17:55. Они же число не сказали. А, да? Нет, они же сказали, что сегодня. Женя без подарка. Парковки нет, не будем это, да? Ты только чек не бери. А, я думал, чек надо взять. Да. Зая, ты так сильно не это, она же стеклянная. Это женщина паркова. Полотенчиков не хватает. Как это? Цветы. У тебя понедельник сейчас? Видно, что мы их покупали в одном магазине. Да, Люба не подготовлена была. Свечки. Желание загадай, можно? Я хочу. Так, пускай у кого день рождения? Давайте. С днем рождения! С днем рождения! Ура! Значит, тебе еще 2 девочки будет и 1 мальчик. Да, Фофа? Фофа! Готов сразу. Не надо. Сейчас, дядя Виталий. Можно я один раз задую? Пожалуйста. Можно я один раз задую? Можно? Нет. Дайте ей это, девочки, задуть. Мама, наверное. Надо свет выключить чуть-чуть. О, что-то ты такое загадала, свечки сами загораются. Мама, буду. И ты как хочешь? Ты надо договориться, да, сейчас. Нет, давай я тебя попрошу. Дядя Виталий, пальцы еще не жжет? Подожди, давай я тебя попрошу. Афоня же натренированный просто. Он же вчера тренировался. Давайте на раз, два, три. А сейчас ты Ульяна задала, теперь Полина. Шли третьи сутки. Вот развлечение, да? Это торт плесенью покрылся, а свечки еще тоже. Ой, вообще классно. Давайте еще разочек. Это просто женские желания. Оно одно не может быть. Оно все просто... меняется. Давайте да. Вместе. Раз, два, три. Давай, а то упадешь. Все. Все, давайте. Это ты занимаешься так? Да. Сильно? Все, позанимался? Да. Только отнеси их теперь на место, ладно? В другом месте, значит. Сейчас я хочу раскрыть. Везде. Это рыбалка. Я кто-то снимал. Че? Пузо не снимай. Мое. Его можно. Живает прям. Ага. Руку не туда поставил, наоборот, ниже сделал. Да хоть я выбрал игрушки. Покажи, кто это сделал. Рит, нет. Перекушу. Что ты? Только живот не снимай, да? Ульяна! Афоня, скажи. Я перевожу! Богдан, что там он говорил? Я упала, синовала, тормозила, чем попала. Новый год!
живот вы. Так, ну что, я уже доделала пряники, почти 3 часа ночи. Ну, в общем, как всегда, но, блин, я так счастлива. Спасибо вам огромное за комментарии под прошлым видео. Это было видео с моим мини-мастер-классом. Я думаю, что вы поняли, что вообще ничего сложного нет. В пряниках главное желание и главное опыт. В общем, практика, вот что хотела сказать. И сейчас покажу прянички. Мне тут 2 наборчика на Кристины и 2 наборчика одинаковые для девочек 12 лет. Вот такая вот красота. Хорошо, что у меня теперь есть серебро. Сейчас покажу, какое. Это называется кандурин. Вот такая вот красота на Кристины. 2 ангелочка. Мишки. Все, видите, все просто. Главное... Все делать последовательно, вообще ничего сложного нет. И еще машинка. Такой вот у меня кандурин в Инстаграме. Девочка из Краснодара продает его. Это серебряный 22-й и, по-моему, 21-й или 20-й золотой. В общем, вот так вот он выглядит. Это кандурин. Почитайте про него в интернете. Не хочет он. В общем, просто пыльца. Это природный материал, поэтому его можно кушать. Вот. Он не токсичен. В общем-то, не накапливается. Полностью выводится из организма. Кстати, показать, как им пользоваться. Ну, я сюда в крышечку, да, немного водки, либо спирта. Разводится он водкой или спиртом до кашеобразного состояния и тоненькой-тоненькой кисточкой. Все буквы, которые сначала были написаны белым, вот слово «Мия», ну, имя, да, было написано белым. И сверху я его покрыла вот такой вот серебряной кашицей. Водка за счет того, что она очень быстро испаряется, то есть не размокает айсинг, и все прекрасно держится. Еще раз покажу. Видите, серебро. А просто было белым айсингом написано. И потом обвела все кисточкой серебряным кандурином. Так что, в общем-то, на сегодня все. Спасибо вам огромное. Вот, без 23 иду спать.